Ледоход в Вологде начнется в первых числах апреля. Такие прогнозы сделали синоптики и спасатели на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая была посвящена подготовке к паводку. Что делают городские власти, чтобы защитить жителей от большой воды, узнавала Арина Прахова. Это кадры, снятые в апреле прошлого года в жилом комплексе «Прибрежный». Сотни мешков с песком, десятки людей, все силы брошены на то, чтобы избежать угрозы подтопления. Тогда, несмотря на высокий уровень реки, песчаные дамбы так и не понадобились. Во многом благодаря совместным усилиям спасателей городских властей, которые приняли все меры, чтобы большая вода не подступила к домам. Этой весной из-за теплой погоды паводок ждут даже раньше, чем обычно. Прогнозы озвучили на областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В районе Вологды где-то первые пятидневки апреля. Прохождение пика весеннего половодья будет отмечаться в первой-второй декадах апреля и совпадет вот с ледоходными. Максимальные уровни в этом году на реках области ожидаются на 1-1.5 метра ниже нормы. Подготовка к паводку в Вологде идет полным ходом. Ежедневно специалисты проводят мониторинг, измеряют уровень воды и толщину льда. Зима в этом году выдалась теплая. Толщина льда не превышает 30 сантиметров, тогда как в прошлые годы отметка приближалась к полуметру. А осадка выпала на 20% меньше, чем обычно, поэтому резать и чернить лед на реке Вологде не будут. Искусственно надламывать ледовый панцирь планируют только в районе Михальцевской плотины. В плотине Михальцева... Ну, запас воды создается, и периодически спуски проходят, вопрос этот контролируется. Должен сказать, что еще вот на малых реках у нас что происходит, значит, где-то в выходные уровень был высокий, значит, сейчас уровень спал на них. Малые реки Вологды, Евковка, Золотуха и Содима таят в себе особую опасность. Мусор, оттаивая по весне, образует затор в русле, в итоге может случиться настоящий потоп. Происходит подтопление территорий близлежащих, гаражных кооперативов, дач и так далее, и так далее, и так далее. За этим мы следим. Эта работа постоянно проводится нами. Чистится русло, чтобы не завивались решетки. Город к паводку готов, уверяют спасатели. Но на случай погодных сюрпризов в Вологде есть все необходимое. Резерв маломерных судов, лодок и спасательных жилетов, запасы песка и мешков для строительства дамб. В случае крайней необходимости спасатели готовы организовать пункты временного размещения. Правда, все это может понадобиться только если весна будет дружной с большим количеством осадков. По прогнозам, этого случиться не должно. Арина Прахова, Максим Тышковец, Вологда Портал.